Вот. Ну, еще один праздник. Я считаю, что это мой праздник. Юлия Степановна, моя ученица любимая. Шутка ли? Приехать студенткой ко мне на производственную практику. Вторая и последняя студентка на всю Россию, на все миллионы, которая убедила, что именно железо чему-то научит. Результат. Мы сняли видео про уссурийскую сливу, которые вырастили из косточки, заказанные в 2013 году. Смотрите, косточка в 2013 году, это было 8 лет назад. Вкус райское наслаждение. Видео про сливу здесь. Здесь, значит, Наталья Степанова, это дочка получается, Наталья Матвеева, мама. Так вот, я, к сожалению, мне так обидно. Смотрите, что я делаю. Я ее сейчас копирую. И всех вас, друзья, отправляю далеко-далеко. Ко мне в гостевую книгу. Вот это гостевая книга. Вот она. Так. И вот здесь вот я размещаю это видео. Вот тут вы можете смотреть так, как хотите. Вот. Так, подождите одну секундочку. Мне тут записку передали, боясь мне помешать. Сейчас я отойду на минутку. Ну что делать? Так надо. Вот, человек уложится на обследование. Так, погоди минутку. Здесь она бьет ключом по моему кошельку. Пойдем дальше. Вот это вот я сюда. Или сейчас занес, или я не успел. А нет. А вот-вот. Вот пишу добавить комментарий. Теперь вот сейчас получается, что вот хотите увидеть, что это Омск, это не шутки, это даже еще холоднее, чем у меня. А вы посмотрите прекрасный фильм, вы увидите такую сливу, что сразу захотите ее иметь. А уже два источника, и вот. Она молодец, это Юля, ее мама Наташа. Они молодцы. Мне все равно всю страну не обеспечить. А они уже саженцами торгуют. Вот. Так что обращайтесь, хотите к Сергею, хотите к ним. Мы одной крови. Мы не соперники. Наша задача общая – выдавить с рынка мошенников. Нам надо, нас как бы уже таких, пусть не двое, пусть больше, но нас должно быть в 100 раз больше. Тогда только сады появятся. Спасибо за это, Юля. Спасибо, дочка, за эту статью. Вот, то есть за этот видеофильм и за вообще за это самое. А для меня, друзья, это праздник. Это праздник. Потому что из моей косточки. А вы думаете, что из каждой косточки такое чудо вырастает, как у них? Или я что, любую высылаю? А? Сказать, которая это? Но я не успел сегодня все фотографии сделать. А вот, смотрите. Это такие сладкие сливы. Я, например, с Украины родом. Я привык к венгеркам. Для меня венгерка с кислинкой, твердая, хрустит на зубах, прям хруст стоит. Она лучше. Вот. А я местные наши, эти самые, как их уже можно знать, бабушки, они без зубов, они для них вот это вот мягонькое, сладкое невероятно. И вы что думаете, вот сейчас, когда закончится этот вебинар, ко мне поступит хотя бы 5-10 заказов на косточки? Косточки готовы. Вот. Сейчас только их перебирали. Ничего подобного. Будет стоять полная тишина. Меня вот это убивает страшно. Можно подумать, во всех садах она есть. Вообще морозов не боится. Никогда не прививалась, представляете, сотни, тысячи поколений, да? Ни одной прививки. Чтобы она на что-то, чтобы ее привить на что-то такое. Нет. Она вот такая есть. А вот на нее прививать, это во. И она еще и подвой великолепный. А вот на нее можно вот ту прививать, вот эту вот. Поняли, да? Намек. Ну ладно, идем дальше.